Здравствуйте, дорогие друзья! С вами школа Валерия Бовсуновского, сайт spb-tut.ru. Дорогие друзья, мы с вами в данном случае по косточкам разобрали создание менеджера и зачем эти менеджеры. В принципе, предыстория довольно простая. У Django есть стандартный менеджер, которым мы не раз пользовались. Я имею в виду не раз пользовались, когда говорю, что ребята проходили все уроки до этого, где мы часто делали выборки, то есть для это средний уровень, начальный на другом сайте, вы получаете также к нему доступ. Но в данном случае нам важно выбирать только объекты, которые опубликованы. Для этого мы делали модель. То есть у Django существует возможность переопределять менеджеры. Все подробно я рассказал в курсе. Сейчас я остановлюсь только на результате, так как посмотрите курс, очень подробно рассказал аж 7 уроков. Обратите внимание на метод супер, да, где пояснение, потому что с супером вы столкнетесь и в Kiwi мы его применяем, и здесь. И хочу обратить внимание, что обратите внимание на объяснение, а потом после просмотра курса, когда будем работать в консоли, то обратите внимание, ведь в админке я показал, у меня опубликованная была одна запись, он ее выбрал. Так вот, в данном случае мы разобрались с менеджером, так как у нас модель предусматривала два статуса, это опубликованные и созданные записи. Созданные записи нет смысла выводить с базы, потому что их просто не опубликовано на странице, а мы будем выводить только те, которые опубликованы на странице. Для этого мы напишем свой собственный менеджер. По сути дела, я очень подробно в курсе объяснил, что менеджер – это выборка объектов, что get, carry, set, мы переопределяем метод, мы прописали с вами код, разобрались, подробно разобрались, привели примеры, посмотрели работу нашего менеджера уже в консоли, то есть теперь у нас есть четкое представление, что он работает, во-первых, во-вторых, четкое представление, зачем нам этот менеджер в данной ситуации. Согласно нашей модели, мы выбираем только опубликованные записи. И, конечно же, это снимает вопрос, зачем вообще писать менеджеры. То есть, когда наша модель предусматривает некие особенности. И это очень удобно. Также обратите внимание, что я показал, что менеджером можем написать сколько нам надо. И обратите внимание, еще раз говорю, на объяснение метода супер, потому что там важно понять эту суть, так как метод супер применяется везде. Ребята, не пытайтесь здесь услышать урок. Данное видео это просто освещение, что было в курсе. А сам курс вы посмотрите. Все есть. Я дал и код, и все есть в курсе. Самое важное, домашнее задание я привел и для гостей. Обязательно не летите, посидите вечерок. И что вам надо сделать? Обратите внимание, поиграйтесь с выборкой объектов, да, в Django. То есть, что мы делали, выборка, да, вот стандартная. Поиграйтесь с нашим менеджером. С нашим менеджером, а потом со стандартным менеджером, вы увидите разницу, да, то есть наш написанный менеджер выбирает только опубликованные записи, стандартный менеджер продолжает работать, как обычно, со всеми записями. Сразу четкое понимание ответа на вопрос, зачем нам было писать этот менеджер, ну и как итог, теперь использование менеджеров для ваших личных нужд больше не проблема. Поздравляю вас. Ваши проекты станут точнее, выборка станет быстрее и проекты станут намного сложнее. Для новых людей. Значит,
для того, чтобы уроков вообще около 10 суток уже в школе вообще, вам необходимо получить пожизненный логин и пароль. И если есть акция, то вам повезло, значит, и пользоваться, что непонятно, спрашивать в группе. Успехов, спасибо за доверие.